Друзья, всем привет! Мы в студии программы «Политотдел», Сергей Веселовский. Я считаю, что это рупор современной политики здесь, в Крыму, как минимум, а может быть, даже и больше. Не политики, а телевидение. Вот, ну, понятно, да. Мы кремлевско-путинские. Да, как нас называют? Все, меня затроллили. Политического телевидения. Рупор политического телевидения. Совершенно правильно. Кстати, рядом Михаил. Сегодня в гостях программы «Политотдел». Сейчас будет в 15.15 прямой эфир. Можете посмотреть. Все ссылки размещены на наших телеграм-каналах. На моем канале «Главный редактор пропаганды», на канале у Миши. Миша из Канады. Будет трансляция в Ютубе на канале «Крым-24». Ну и на сайте, естественно, «Крым-24» тоже. Приветствую всех зрителей своего канала «Кирстар», приветствую всех зрителей и читателей моего телеграм-канала «Главный редактор пропаганды». И сегодня, друзья, я хочу в этом видео сказать огромное спасибо Сергею Веселовскому, замечательному телерадиоведущему из Крыма, настоящему профессионалу своего дела, настоящему рупору политического телевидения, настоящему нашему, находящемуся в нашей общей команде, кремлевско-путинскому пропагандисту. Вы знаете, я очень счастлив, что на самом деле могу себя тоже называть кремлевским пропагандистом. И Сергей, между прочим, я вижу, тоже очень от этого счастлив и молодец, потому что мы делаем все правильное дело. Когда мы с тобой в диалоге говорим, просто мы с тобой, то смотрим друг на друга. Я на тебя, ты на меня, я тоже в эту камеру практически не смотрю. Серега, я тебе отправил ссылочку, анонс. Кремлевско-путинский пропагандист. Это звучит, друзья, гордо. Сергей пригласил к себе в прямой эфир на программу «Политотдел» на телеканале «Крым-24». На секундочку, это филиал Всероссийской государственной телерадиокомпании. Моего соратника, моего коллегу, моего партнера по работе в СМИ Михаила Касперова, известного всему миру блогера под именем Миша из Канады. Добрый день, дорогие друзья! Программа «Политотдел» начинается, и сегодня наша программа пригласила в гости, никуда по скайпу не отправляются, пригласила к себе сюда, в студию, независимого журналиста из Канады Михаила Касперова, который теперь приставку вот эту из Канады может стереть ластиком, потому что Михаил вернулся домой, на родину, и теперь житель или будет жителем легендарного Севастополя. Миш, приветствую. Здравствуй, я приветствую всех жителей Крыма, гостей полуострова. Сергей, спасибо тебе огромное за твой профессионализм. Как всегда, ты профессионально ведешь передачу. У тебя все гости, независимо от того, насколько они опытны уже в работе на камеру, на телевидении, они у тебя все сразу становятся вот живыми людьми буквально. Я никогда не замечал в твоих гостях какого-то страха камеры, страха микрофона, как это обычно бывает. Молодец. И это твоя, Сергей, заслуга. Еще раз хочу сказать, ты молодец, ты настоящий профессионал. Спасибо тебе за эту передачу и спасибо за приглашение. И ты всегда, Сергей, желанный гость любых наших эфиров, любых наших трансляций, любых наших передач. Добро пожаловать. Меня в студии встречались, общались. И тогда, в общем-то, ситуация была несколько иной. Тогда все-таки на американцев мы, пусть и с большой нелюбовью, смотрели, но понимали, что они большая сила, несмотря на Байдена. Сейчас американцев не кусает только ленивый. Причем как их враги заклятые, так и их сателлиты, союзники, помощники. Каждый норовит вцепиться зубами. Телеграм-канал «Веселовский». Подписывайтесь, друзья, у Сергея очень интересный телеграм-канал. Ну а новостей для вас у меня сейчас больше нет. Пока.